Здравствуйте, мои друзья! Вот и снова с вами я. Будем всем мы помогать в игры разные играть. А пришла ко мне сегодня Золушка. Золушка собралась пойти на бал. Она ни разу не была на балу и не знает о том, как там все происходит. Надо Золушке помочь. Ребята, а вы знаете, что такое бал? Я вам расскажу. Бал – это праздник. Яркий, красочный, искрящийся, веселый. Там собирается всегда много людей, чтобы пообщаться и потанцевать. Балы отличаются большой торжественностью, имеют свои правила, свою последовательность. То есть танцы идут в определенном порядке. И первым танцем был полонез, торжественный танец шествия в умеренном темпе. Этим танцем открывался любой бал. Все танцующие пары двигаются в полонезе по установленным фигурам. Давайте посмотрим. Вторым шел вальс. Вальс – один из самых красивых парных танцев. Основное движение вальса – плавное кружение. Мягкий характер исполнения придает вальсу особую привлекательность. Давайте посмотрим. Третью часть бала занимали быстрые и задорные танцы. Мы с вами посмотрим один из них. Называется он «Мазурка». Танец в быстром темпе, очень веселый и задорный. Главное движение танца – подскоки и пристукивание каблуками. Давайте посмотрим. Заключительными танцами на балах были котельоны. Котельон – это танец-игра. Именно поэтому его и исполняли в конце бала, чтобы отдохнуть и повеселиться. Давайте посмотрим. Мы с вами посмотрели и рассказали Золушке о бале и о танцах. Но она еще не может пойти туда. Как вы думаете, почему? Да, на бал принято идти в нарядных вечерних платьях. Давайте мы поможем Золушке собраться.
покажите, что нужно ей надеть, чтобы попасть на бал. Молодцы! Золушка переоделась и может отправляться на бал. А я возвращаюсь к своему домику и предлагаю вам, ребята, поиграть в игру «Угадай танец». Послушайте внимательно музыку и попробуйте вспомнить и угадать танец. Как вы думаете, какой это танец? Верно, это мазурка. Слушаем следующую музыку. А это какой танец? Узнали? Полонез. Правильно, ребята. Давайте послушаем следующую музыку. Как вы думаете, какой это танец? Котильон, умнички. Слушаем дальше. Какой же это танец? Вальс. Молодцы, ребята. Вам понравилось играть? Мне тоже очень понравилось с вами играть. Но мне уже пора домой. Приходите ко мне еще в гости. Будем с вами всем помогать и в разные игры играть. До свидания, ребята. До новых встреч!